Более 800 метров дорожного полотна по улице Кичилола станет четырехполосным. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Увеличение ширины участка повысит безопасность дорожного движения и снизит количество автоаварий. Кроме того, позволит уменьшить пробки в часы пики, поспособствует регулированию автомобильного потока. После реконструкции улицы Титова перенаправлены потоки. Все, многие пользуются этой улицей, я имею в виду Титова, Байхакская, Магистральная, Калинина. Соответственно, здесь сейчас строится в том числе дополнительная детская больница. Есть большая потребность в уширении этих улиц. Ну, вообще в городе есть улицы, где необходимо, ну, как минимум, уширять на перекрестках. Здесь много что находится в Республиканской больнице и соединяет основные наши транспортные потоки с четырехполосными. Исполнение, это у нас и Титова, это у нас и Московская. По этой дороге запущено два новых маршрута, а рядом расположены лечебные учреждения, в том числе и детские. Именно поэтому участок дороги действительно важный. Отметим, что возле медколледжа появятся и парковочные места. Подрядная организация ООО «Восток» приступила к работам 20 мая. Стоимость проекта – 17 миллионов рублей. Часть работ выполнена, то есть мы разобрали то, что было раньше, убрали весь бордюр, выгребли все эти газоны, потому что дорога уширяется влево и вправо, нам нужно делать замену грунта, поэтому все это мы убрали. Сейчас готовим как раз под засыпку, уже под подготовку основания. Бордюры частично уже выставлены, ну на 50% уже выставлены. Я думаю, что недели через две мы уже приступим к укладке асфальтобетона. Парковочных мест всего будет 200 погонных метров. Первую полосу забивает полностью вдоль медколледжа. Ну и где проезжая часть, где вот жилой дом стоит, тоже все забито машинами. Если мы сделаем парковочные места, конечно, это гораздо лучше будет. Таким образом, ширина дороги составит 14 метров. Ход ремонтных работ проинспектировали и представители общественного совета регионального Миндортранса. Начальник вот участка, я давно смотрю, и практически вот третий год мы выезжаем на их на участке, видим, очень хорошо они работают, качественно, дружно. В прошлом году вот мы вот выезжали, они делали улицу Колхозную, да, до половины. На этой улице у нас, на Кичиола, очень большое движение во время часа пик. Пробки возникают. И вот по просьбам жителей, да, вот здесь решили уширить саму проезжую часть. То есть здесь будет 4 полосы, 2 в западном, 2 в восточном направлении. Отметим, что в Кызыле обновлению и реконструкции подлежат и другие дорожные участки. В общем, порядка 12 километров у нас на сегодня уже запланировано. Будем также дополнительно что-то рассматривать. И, конечно же, есть у нас капиталоемкие мероприятия, объекты с большими затратами. Это у нас и продолжение Колхозной, это у нас и подъездная дорога в сторону Вавилинского затона. Это у нас есть в сторону Звездной, полигонную тоже в планах у нас расширить. Но это долгосрочные капиталоемкие мероприятия. В целом, в текущем году в Туве в рамках нацпроекта государственных и целевых программ будет выполнено 36 мероприятий по реконструкции и строительству дорог. Айра Асад, Владимир Шартук, Азамат Очур, телеканал Тува-24.